Створили святочный настрой. Некольки сотни у Деда Мороза, у Снегурок, а так само інших казочных персонажей прошли по улице Ильича у Гомеле. Новогоднее шествие традиционно проходит у Гомеле опошние 15 годов и стало необходимым атрибутом святкования Нового года и калядов. Не обошлось без символа одыходящего и надыходящего годов – собаки и порося. Завершилась прогулка казочных персонажей для кинотеатра «Мир», где удельников чекали конкурсная программа и невеликий концерт. Чувствуется преддверие праздника. Сегодня мы наконец поняли, что Новый год все-таки наступит. Радостные лица у всех. Очень жалеем, что в прошлом году не поучаствовали в этом мероприятии. Серьезно собирались и очень рады, что попали.